Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про один из интересных таких ноутбуков. Модель называется Ninker A16 Pro. И самое интересное, как на нем будет идти игра Черный миф, Black Myth. Почему интересно? Потому что на этом ноутбуке стоит видеокарта, которая встроена в процессор. Здесь нету выделенной видеокарты. Смотрите, снимаем видео в реальном времени. В этом ноутбуке стоит экран 2,5К разрешением. И это разрешение выглядит просто потрясающе. При этом обычная игра, вот эта вот новиночка, идет спокойно 37, 39, 41 и 40+ FPS. Играть можно спокойно. И этот ноутбук не стоит как крыло от самолета. Смотрите сами. Не обращайте внимания, что здесь китайский шрифт. Потому что, как вы можете заметить, игрок у нас китаец. Но при этом самое главное, интерфейс работает. Ничего не заикается, ничего не зависает. Играть можно комфортно. Более чем. Снова показываю FPS. 37, 36, 35. Это уже идет замес с боссом. Поэтому есть небольшая просадочка. При этом не забываем, что здесь открытый мир. Очень хорошая графика. И это не настройки на минималке. И это все еще экран 2,5К с разрешением 120 Гц. Можно спокойно играть. Вот вам пример того, как работает процессор AMD. Если не ошибаюсь, это Ryzen 7 с 8845. Напишу в описании. А ты проиграл. Вот. О, что-то произошло. Блин, игрушка интересная. Я вместо того, чтобы играть, сижу тут видео снимаю. Кстати, если заинтересуетесь в этом ноутбуке, внизу будет ссылочка, где можно заказать такой ноутбук.